Короче, разобрал я, меняю эти, ну вот эти, блин, штуки, вот эти. А так все в идеале, короче. Сейчас пушсало нахуй купил, сейчас все на обработку здесь захерачу, чтобы машина служила веками у меня. Короче, делаю этот, ну, не замерзайку, плывок, короче, снял, а он, короче, не плавает, он тонет на дно, вот поэтому и горит. Сейчас, короче, что-то надо придумать, вот здесь магнит, походу, стоит. Сейчас я вот так его отрежу вот, напополам и сюда что-нибудь приклею, какую-нибудь, ну, такую же вырежу из чего-нибудь, из пеноплекса, что ли, какого-нибудь. Потому что я этот датчик отсоединил, ну, от магнита, и он сразу у меня потух, дело в нем. Все, хватит. Все потухло. Все, залил бетон. Вот. Гараж для моей будущей лайбы. Но не до конца долил.
Потому что у меня тут не получается разом. У меня же тут гараж в гараже, в каще Санта-Барбара. Вот. Вот дальше вот залил, там осталось сколько, 3 метра, и так 3,5 чуть-чуть. Ну, конечно, половину ровно залил. Вот такие вот дела. Потом вот этот мой гараж увеличится в длину на, ну, вот сколько, вот от стены до фундамента. Ну, 1,20 м, наверное, 1 метр. Вот, и моя лайба уже заедет сюда спокойно. И буду гараж ставить, тачку, всю зиму, все постоянно, чтобы уже не страшно было. И там на улице стоит, сами понимаете, там, блядь, алкашка, он пройдет, облакается, не дай бог, или что, поцарапает, и что, это будет катастрофа. Задолбал, сейчас привез этот, в бадью, короче, я еще поливаю. Ну, слил, короче, с миксера, потихонечку, короче, ну, сами понимаете, да? Не по заводской цене, а втихаря. Ну, остатки кто-то при раз остается у пацанов, они привозят. Вот. И по дешевой цене купил 300-й марку. Мне хватит сюда. 4 арматуры сюда заложил ее. Так что вот поливаю немножко. А тут крышу пока закрыл, чтобы это... Ну, не дай бог, с дома, со старого польется, с крыши хоть как-то немножко защищен был. Это не моя кошка, моя беременна. Кстати, моя кошка родила, с котятами сидит. А эти соседки, тут 10 штук, блядь, живут. Лазит, блядь, следы его на дне. Пойдемте покажу кошку. Че, моя маленькая, смастерил я здесь домик. Ой, ты моя лапочка, ой, ты моя красавица. Где твои? Показывай. Сама еще маленькую уже родила. 5 штук, короче, один мертвый. Второго, представляешь, соседка, кошка пришла, утащила, пока жрала где-то, утащила маленького к себе, я тоже беременная, и унесла, короче, материнский инстинкт. Не бойся, не утащу, она уже боится. Блин, не видно, ой, закрывает, охранница ты моя красота, Туля. Вон они. Да, я покажу. Вот они, лапушки. Кот маманя. Красавец мой. Все, не беспокой, больше не беспокой. Сидите. Вот такие, ребята, дела. Ну все, парни, все, на связи, все хорошо. Подними робота спасти. Благодарю ты, пок спасибо отуеть. И мама теть, пок спасибо. И тоть, и тях шутеть. Ёбнутый стиль. Пок спасибо. Не отписался бы он вовремя. Палку делаем. Давай.
веса больно не будет, если только один блок будет. Вес нет, ничего поэтому. Сантиметр сколько? Гараж будет, ну, сейчас вот на 5 сантиметров, а нет, в принципе, это уже начало плавать, да. Сейчас посмотрим, сколько у нас гараж будет длиной получается. Так, вот здесь 5. Гараж 6, длина, ширина. Вот в этом месте будет пошире гараж, потому что здесь у меня тамбур, поняли, да? А тут он на, ну, в этом месте 4,70. Вот. А вот здесь внутри, вот видите, у меня же, я же раньше, у меня был гараж полностью вот этот весь до сюда, а сейчас пришлось тамбур сделать из, от гараж получается, вот этот тамбур уже как пристрой к дому сделать, и уже там, ну, блядь, гараж уже меньше будет. А вот в этом месте, вот в этом, видите, здесь я пристроил тамбур, чтобы, ну, дом ходил, помните, я ходил через гараж постоянно домой ходил, а это я сделал этот тамбур. А в этом месте у меня будет гараж. Такой бардак, вообще жесть. Ну, когда стройка, так всегда. А в этом месте ширина гаража будет у меня 3,20. Я думаю, машина зайдет 3,20. Вот, она как заедет сюда. И плюс вот отсюда еще, вот отсюда. Вот, видите? Прибавится гараж. Раньше у меня вот был. Вот он. Что здесь? Грубо говоря. Вот от этой стены. Метр, да? Ну, метр, грубо говоря. А сейчас у меня будет... Сейчас у меня вот от этого, от этой стены, грубо говоря, 2,34, да? 2,33. Вот, получается, у меня машина вот так проедет сюда дальше до конца, и у меня как бы нос вся, и тут уже хрен это. Я хотел побольше взять, но побольше никак, там уже, короче, ну как-то буду умещаться, стараться, потому что вот в этот гараж она машина вообще не влезет вот сюда. Сейчас надо все выкинуть отсюда. Это в Авито выложил на продажу коляску. Это от шинонтажа, железка это нужна, не нужна, надо будет, ну, куда-нибудь лить пригодится. Это зеркало храню для того, чтобы на ту стену повесить, вот так ее лицевым. И когда заезжать, зеркало будет видно перед тобой, будешь контролировать этот, ну, машину там, ну, обзор лучше будет зеркало. Хочу повесить его, и храню доски за этого. Вот, тут, короче, вроде в хлам, а все надо, просто никак это...
Я хотел выбросить, сестра говорит, деревню заберет. Здесь мониторы, блядь, всякие, вообще защита новая вот на Мазду лежит. Тут вообще вроде... Сейчас все уберется и будет места много. Поэтому, кажется, всегда так. Рога вот эти, лощины натуральные. Это под форму, вырезано под форму этих лощин в башке. И настоящие рога лощины. Представляешь, какие они огромные. Офигенно, красавец. И все, тут надо все выкинуть, плен, все убрать. У меня остались переулочки эти, от фара стекла. Их полирнуть, они как бы, кому надо, приезжайте, отдам бесплатно. Сабля осталась от этого, от приора, тоже отдам бесплатно. Решетка от этого, от приора осталась. Кто Саранск, у меня там, приезжайте, отдам. Все заводское, родное. Вот такие дела. Ну, короче, жду миксер. В принципе, здесь все подготовил. Осталось только залить. Вот. Здесь у меня до сюда будет бетон, а тут у меня же заезд, он же не будет, блядь, такой перепрыгивать бордюр. Я здесь сделал опалубку, и здесь зальется бетон пониже. Вот так зальется, вот, чтобы там асфальт, ну, чтобы не перескакивать большой бордюр на машине. Относительно вот так залью. Ну, вот у меня уровень. Вот этот я по лазеру стянул. И вон тот по лазеру. И вот так будет заливаться ровненько. Это я залью, я копал, так и не выкопал этот уголок. Хрен знает, за сколько он забитый. Вот я его потом залью и потом вот просто отрежу от бетона и все. Все, ждем миксер, как привезет, зальем. И будем потом искать, короче, этот газоблок. Ну, я думаю, до осени, может быть, как-нибудь что-нибудь сложу, придумаю. Посмотрим.